король Польши Станислав II. Ваше Величество. Ваше Величество. Грудь сдавило от нахлынувших чувств. Время не властно над вами. Прекрасная. Притягательная. Волшебная. Станислав Август, это не свидание. Будьте милосердны, Ваше Величество. Я хочу возложить венок на могилу Анны. Моя скорбь до сих пор не угасла. Как по-русски уменьшить имя нашей дочери? Вам тяжело вспоминать, простите. У меня в замке есть комната. Точная копия той, которой я провел время близости с вами. Поцелуй. Объятия. Сердце замирало от счастья. Хотелось умчать от твоего спокойствия. Вот и хорошо, что девочка. Надену на нее при крещении орден Святой Екатерины. Господи, две смерти подряд я не выдержу. Ну почему вы ни разу не написали? Пусть судьба разучила, но хотя бы одно письмо. Вы забыли, кто я и кто вы? Простите. Я знаю, что вы ведете переговоры с турками. Знаю, что вы обещаете им и что они обещают вам. Позвольте объяснить, я король. Но у нас каждый шляхтиц имеет право на отказ от послушания. Я вынужден сглаживать противоречия. Я не самодержец, как вы. У Польши длинная граница с турками. Пусть забирают Подолье, Волынь. Я откажусь от этих земель Радимира. Подолье и Волынь – русские земли. И лишь по недоразумению не ходят в состав Российской империи. Я не дам ими распоряжаться ни полякам, ни туркам. А туркам вообще нечего делать в Европе. Согласен, Ваше Величество. И еще. Будете мне врать или хитрить, я заберу вашу корону, а из трона сделаю стульчак у себя в уборне. И Станислав II станет последним королем Польши.